Джим и Мунаган отправляются в самую страшную хрущевку России. Шизофрения. Влепите сочный лайк мне под видосик, а, ребята, давайте просто каждый прожмет. Кто не прожал, тот здравствуйте. Тебе придется продолжить мою игру. Это как зеленый гоблин из Человека-паука 90. Тебе придется продолжить мою игру. Это ты сделал или он? Это он. Несколькими часами ранее. Скоро пойдет дождь. Нужно идти домой. Бля, тачки вообще балдеж. Наверное, ни одна тачка уже не на ходу. А еще не дают погулять по городу. А мячик пинается? Не, это я и ты. Чур, я слева, который... Хорошо, я справа. Так, а кто справа? Вот этот? Не, вот слева. А, так, от нас слева. А я вот этот. Ага, блин, важный диалог. Задачи. Опа-ля. Аня сказала, что оставила мне сюрприз возле двери. О, бабка, бабуля, здравствуйте. А тут в городе никого нету, хуёво как-то. Надо познакомиться. Сейчас будет. Сука, тварь. Бабка! Канакидалова. Так, да ебай, думаешь, наебешь никогда в жизни. Выходи. А, сука ты, я понял тебя. Суету навести охота. Надо не играть в ее игры, она безумная. Я просто иду. Это, наверное, и есть сюрприз. О. Аня плюс Дима. А что за подарок, Квадрат какой-то. Треугольник подарит. Папа отключает электричество в квартире. Нужно его включить. Вот, сука, папа ебаный. Зачем папа так делает? Там кто-то шуршит, кстати, на кухне. Наверное, папа пьяный. Так, я сейчас нащупаю жопой, куда надо идти. Был своеобразный. Папа! Так к папе жопой не ходи. А, у меня есть зажигалка, ничего себе. О, такие часы у меня. О, да. Вот это вообще классика. Нормальная тема. Теперь только китайцы такие продают. До сих пор, кстати. А, ну да, наверное. Фу, такое трогать, себя не уважать. Кто дунул меня тут? На парашу хочется. Да, я чувствую, Дима вот так разговаривает. Давай подарок примем. Опа! Добрая, классная кукла эльф. Балдёж. Какая уродливая кукла. Фу, Дима не уважает подарки своей женщины. Не, я понимаю. Папка, как дела, батька? Бля, кайфово тут. Квартира, там еще комната. Блин, воняет сишками, прям чувствую. Где-то должна быть баночка с табаком и с бумажками, чтобы самокрутки крутить. Мы так у мужика вот в такой квартире сидели, он меня на лысо брил, курили его самокрутки. А потом я узнал, что они болеют туберкулезом. И больше не подходил к ним. Ну, слава богу, я не заболел. Расстроили, что ты не подходил к ним. Они умерли. Ну, реально. Так что, как бы, ну вот так вот. Ну да, печально. Да. Разберу рюкзак. Прошло уже 3 недели, как я учусь в новой школе. Теперь я с Аней в одном классе. Распускай, распусти. Сейчас распускайся, шлюха, рюкзак. Ведешь ты рюкзак, кстати, появился. О! Мой любимый ютубер, смотрю его тут. Интернет опять лагает. Меня назвали родители, да, в честь Димы Куплинова. Они очень любили Happy Wheels по субботам. Ой, магнитофон такой же был. И лампа была такая. Я на такой сосиску жарил, на лампочке прям, в халабуде. На балконе сделал халабуду из подушек. Сидел внутри, на лампу ложил дольки сосисек и ждал, пока они пожарятся. Но они не жарились. Бля, у меня была лучше лампа, она бы больше подошла под жарку сосисок. Она была квадратной, вот эта вот ободок. Не, я причем выгибал ее и прям именно на лампочку ложил. Мама всегда мечтала преподавать музыку, но моя бабушка заставила ее пойти в медицинский. Папа купил ей пианино на день рождения. Мама была счастлива. Она не смогла продать ее вместе с квартирой. Вот так вот. Телек тоже почти жиза. Хотя, может, даже жиза. Что-то было такое. Ну, по крайней мере, у кого-то точно видел. У меня был телевизор. Витязь. Блин, звучит мощно. Включаешь, у него такая еще эффект супер такой. Типа раскрывание штор. Там меч с щитом. Витязь! Нет, там просто Витязь. Вот. О, Дима, я так рада, что мы с тобой учимся в одной школе и живем рядом. У нас было классное лето, и я так не хотела расставаться. Позвони мне сегодня в 22:00, папа. В это время уйдет из дома, и я смогу поговорить. Аня балдеж, дарит очень страшные игрушки. Да, и ночью просит позвонить. Да, надо к ней сходить. А при чем тут Аня и Дима? О, сука, вот это да.
я думал, трансформер заводится. А, блядь, ты меня больше напугал, чем игра. О, привет, хуй. Но я все равно дойду, хуйло, до холодильника. Меня это не пугает. Ой-ой, вот это пугало. Это ебаный комод наверху, как он там называется. Антресоль. Антресоль, точно. А интересное окно. А, там кто-то в туалете сидит, свет горит. Да, хочу в туалет. Это может папа? Как это? Так, папа. Задание от папы. Задача на сегодня. Расправь диван, помой посуду, прибери в большой комнате, прибери на кухне, вынеси мусор. Я чё, раб? Чё за хуйня, батя? Мелкий хуй побежал быстрее меня диван расправлять. А, вон он. Блин, нормально, у меня друг появился. Кайф. Так, понял? Ложись. Ой, там что-то страшное. Ой-ой. Сука, в левом ухе стук застрял. Я как ни кручусь, в левом ухе остается. Кто пришел? Аня, это ты? Это бабка смерти, мне кажется. О, там кто-то стоит. Надо эльфа брать, пиздить его идти. Привет. Хинкаль какой-то. А, что надо дальше? Помыть посуду. Да, нормальная обстановка вообще. Не меняй. Планы не меняются. Ну ладно, я пойду. О, сейчас пугали. Черт, батя прокурил все тут. У Димы кашель, как у 50-летнего бати. Гармок Студиос. Я хочу тебя ударить. Странное радио, говорит, что хочет меня ударить. Приберись в большой комнате. Что это было за звук? Оля. Проп Найт сейчас начнется. Да-да-да. Ой, блядь, я не вовремя квест хотел посмотреть. Включите свет в коридоре, ладно. А, блядь, сука! Нормально. Да, блядь, дверь. А теперь чё? Как мне теперь пройти? Может, эльф меня спасет? Эльф! Эльф, блядь. А, может, через балкон? Балкон. А там есть балкон? Блядь. О, ля. Не бойся, не бойся. Муноган, я с тобой. Соленья дай разглядеть. Пошел нахуй. А кто меня пугал? Да там все пугали. Блядь, тварь ебаная, вот сука. Мне да, что-то пошло лопнуло дело. Сейчас. У меня тоже. Но я проснулся. Ой, угу, меня в жар и холодом всю кожу обдало. Да, 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 да. У меня так первый раз. Пуганулся. Я ж вспотел, блядь. Так. Нормально. Приберись в большой комнате. А как прибраться? А, веником, что ли? Возьми веник. Веник, веник. Это Дима говорит себе. Да-да, сам себе. Веник. Вот, надо, пора повыраться, пора, да. Ой, сейчас опять всё. Пугалик будет. Блядь, что-то большое идет. Или это сердце билось. Приберись на кухне. Не, ну зато чисто будет. Ну, кстати, ночью, если дома родителей нету в мелком возрасте, и тебе надо убираться, примерно такое состояние в душе. Ну да. Что за хуйня, типа, блядь? Типа страшно, но темноты боишься, ходишь как долбоеб своим воображением. А это мы убрались. А, да? Ну я так понял. Надо выбросить эту дурацкую куклу. Это подарок, куда выбрасывать? Пиздец, подарок выбрасывать, что за бред вообще? Ну. Блядь, сейчас самая хуйня будет, бабка там смерть. О-о-о-о-о-о, футбик кто-то хочет погонять. Я думал, это крыса. О, я могу пинать, кайф. Нормально, блин. А вон она опять, сучка. Получено достижение. Пока-пока. Подарочек Ане, блин. На третьем этаже свет у кого-то есть. Надо пойти. Надо, блядь, к соседу, да, сходить. Во, к соседу как раз. О, господи. Голая соседка, сучка, стой. О боже. Наркоманка, блядь. Черт. А у нас была тоже в другом доме. Такая же хуйня, видимо, у тетки была внутри. У нее в подъезде вокруг двери куча тараканов всегда бегала. О, блядь, батя, держись. Мне страшно. Батя! Батя! Батя смеется. Чё, куда идти? Батя, не плачь! Батька, блядь, давай, вскрывайся. Ну, в смысле, дверь. Братан, что делать? А это я или ты там? Это ты. А, или я это. Да, братан, ты подсказываешь мне? Батя к соседям пошел какать? Наверное, у нас там просто засор. Батя, там астма, по-моему. А, поиграй со мной. Это намек, смотри, зайчик держит морковку. Тут написано, поиграй со мной. Надо поиграть с зайчиком, который держит морковку. А тут есть зайчик, смотри. Ему надо поддержать, дать свою морковку. Вот и я, и видишь, все правильно. А, ебать.
Получилось, Артём, молодец. Все, я домой. Да, о, моя хатка. Все, 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 все позади. Какого хрена? What the fuck? Надеюсь, это отец. Пора уже поговорить с этим сукиным сыном. Дима, ты куда пропал? Ты часа три назад зашел к себе в подъезд. Моя комната выходит во двор. Я видела, как ты выносил мусор. Я зашел в подъезд, и у нашей соседки на первом этаже была открыта дверь. Я решил, что что-то случилось, и решил проверить, но не думал, что прошло столько времени. О какой соседке ты говоришь? Она умерла прошлой зимой. Дима! Что? Ты уверена, что это она, Аня? А ты... Где ты нашла куклу-гнома? Дима, с тобой все в порядке? Я не дарила тебе гнома. Ну как? Ты оставила коробку с ним у меня у двери. Дима, тут кто-то есть. Это что-то еще такое там, блин. Аня, что происходит? Что ты увидела? Аня бросила трубку. Черт, вот это интрига. Ах ты хуело ебаная. Куда ты вот звонишь, сука, гном? Открой дверь. Ты сука, я думал ты эльф, а ты гном, тварь. Ты меня предал. Это елка какая-то кровавая. Сколько ножей я спрятала в 3 шкафу на кухне? 3. Я выиграл. 3 ножа. Раз, наверное. Раз, два, три. Вот. Во-во. О, так, ну это совсем выглядит мило. Максим, сосчитай до 5 и иди влево. Ладно. Раз, два, три, четыре, пять. Так? О, мы вернулись к гному. Привет. Привет. Раз, два, три, четыре, пять, сучара, блядь. Сука, спрятал. Бля, он закрякал и бежал. Найди 4 елочных игрушки, когда пройдешь через люк. Блядь, люк, нет, только не люк. Батя, я приду за тобой. А что, в смысле? Нет, не хочу в люк, надо кот винить. Да, да, где его взять? 3, да, а потом? Да. Потом вот в шкафу. 5. 4 елочных игрушки, когда пройдешь через люк. Ножи, надо ножи, да, посчитать. Раз, да, два, блядь, три, ножи. 4, 5, 6. Точно? Давай, 3, да, 5, 6. 3, 6, 5, 4. Ух ты, гениально как. Блядь, ничего не себе. Не хочу в люк, Артём. А это добрый люк. Это люк. А, блядь, сука! Я говорил, что не хочу в люк. Я придумал. Блядь. Ой, блядь. О, о, мама? Ладно, я вас потом распакую на Новый год. Еще не время. Где-то я видел ломик у папы. Что-то не вижу нигде. А вот записка. А-а-а, я его забрал, ищи! Ну ты мудак, сука, ебаный. Блядь. Кто тут жует, блядь? Что жуешь? А, вот он. Твой смех с этим гоблином смешался. Бля, сейчас будет страх. Я уже жду, ни добра не будет. Добра не будет, Артём. Это батя перед водочкой. Карамелька. Привет, о. О, ничего себе, парень. Груди. Тебе нужен болторез? Я спрятал его в шкаф. Там шкафущая хуйня, Артём. Я отвернулся. Эй, болторез. Ну ладно, о. Все, нормально. Эй, блядь, да сука, ты тупой, блядь. Да, я так и думал. Гном кидала. Это сыт, сука, на кухне. Пошел нахуй, ссать там, сука, отойди. Кто сыт? Где? Нет, подъезд, мы в подъезд идем. Надо разобраться с этим. Так. Эй, ты, блядь, воду слей. Все, дом не протечет. А что там? Там взять что-то можно было. Взять Покакано. О, это же самое начало игры. Здорово. Погнали по новой, брат. Нам понравилось даже, понял? Непонятно, может я что-то должен взять, какую-нибудь игрушку тут? Нарядите рождественскую елку, да, пойдем. Блять, Артём. А чё тут вообще не просвещается нихуя? О! Коридор снизу. Ля-ля-ля-ля-ля. Ждать? Так, всё нормально, я её обезвредил. Нет, не обезвредил, я активировал, Артём. Я отошёл. А, блядь, тварь ёбаная, сука. Я вам сказал же, блядь. Пятки щекотит. Во, все, наконец-то. С Новым годом!
Yes, с Новым годом. Проснись. Кому ты? Я проснись? Сам проснись. Блядь. Максимум, кого здесь можно бояться, это, по идее, старый ебанутый маньяк, который резал. Под Купленова, он дичь всякая снится. Я что, бляди, уснул? Проститутки. Все было так реально. Я не мог никак повлиять на происходящее. Ебать! Ой, бать! Эмика Геймс. Ае, Эмика Геймс. Блядь, конечно. Не, ну кайф, чё. Спасибо большое за просмотр. Ставь обязательно большой палец вверх, подписывайся на канал, жми на колокольчик, включай все уведомления, чтобы не пропускать видосики. А также жду тебя на Бусти. Подписочка всего лишь 50 рублей. Там выходят эксклюзивные видео, представляешь, которых нигде нету. А с тобой был Жим, до встречи.